дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Этим людям интересно заводить новые знакомства, путешествовать, заниматься спортом, а также они любят науку и искусство. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Носителям этого имени следует помнить, что есть денежный эквивалент успеха, а есть внутреннее ощущение счастья, и конвертировать первое во второе удается не всегда. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Верность слову, а также выбранный цели – это основная отличительная черта. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Они любят делать других людей счастливыми. Обладатели этого имени нелегко связать с супружескими узами или долгое время удерживать возле себя, поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.